Вот, ребята, посмотрите, какая красота и вкуснота. Это я запек такие булочки с творожной начинкой, с маком и корицей. А когда они уже вот так вот раскрылись, как помните тюльпаны в фильме «Чужие», я туда положил ягодки, ягодную начиночку. Посмотрите, как хорошо. Ах, жаль, это вкус не передает видео. Это ж какая вкусняшка, надо же. Посмотрите. Ах, прекрасно. Лепота, как говорил Иван Васильевич Грозный, когда попал в Москву в 70-е годы. Да? Вау. Ах, как пахнет. Завтра попробую уже. Точнее, сегодня.